Спасибо большое. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю. Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Так, с точки зрения депутатов Госдумы нужно сделать для того, чтобы знания и опыт не были утрачены, они могли бы эффективно работать на благо. Для решения этих задач сформирована хорошая основа. Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач. В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями. Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения...